Всем привет, меня зовут Настя Варавкина, я работаю в компании «Проект 111» руководителем отдела активных продаж. И сегодня я тестирую спортивную толстовку бренда Adidas. Из очевидных преимуществ. У нее классный цвет. Если мы берем в расчет то, что это размер S, она мне идеально села по плечам, и по длине она очень комфортная. Здесь есть дополнительные отверстия для первых пальцев, для тех, кто любит натягивать рукава прям вот по самые-самые пальчики, да. Я их на данный момент не надевала, потому что мне, конечно, рукава, видимо, немножечко на пару сантиметров коротковаты, но только потому, что это, в принципе, S-ка. Если бы это была бы M-ка, на ней есть вот такие классные светоотражающие полосы. Соответственно, бегаем в темноте, не боимся, что нас задавят. Довольно важно. И если использовать эту толстовку не для бега на улице, а для занятий в зале, очевидные преимущества в том, что, надевая капюшон, в принципе, на штангу не надо надевать никаких дополнительных амортизаторов. Вы просто кладете ее на плечо, и у вас, соответственно, штанга не отпечатывается никаким образом. Вот эти вот отверстия для пальцев позволяют нам, кстати, комфортно очень держать спортивный инвентарь, потому что те, кто занимается и периодически забывает перчатки, да, как некоторые, у них остаются вот такие вот не очень симпатичные мозольки. А вот это мы чуть-чуть рукава подтянули на этой кофте, взяли все, что нам нужно, да, там штангу или гантели, пожалуйста, работай. То есть для занятий в зале кофта подходит просто идеально. По температуре очень комфортно. Сейчас, если что, на улице плюс 12, мне не холодно, не жарко бегать, я не чувствую. Я думаю, что у нее здесь какие-то вещи, чтобы выводить пот. Как это правильно сказать? Как и большинство спортивной одежды, данная толстовка сделана из 100% полиэстера. Соответственно, если у вас очень тяжелые тренировки, вы там к чему-то готовитесь, очень быстро бегаете и сильно потеете, да, беспокоиться об этом не надо, все равно будет очень комфортно заниматься, потому что влагоотведение в ней все продумано. Также мне бы, возможно, не хватало бы здесь какого-нибудь кармана, чтобы туда положить плеер или телефон, да, но в общем и целом довольно классная вещь.